На первом после отставки аппаратном совещании теперь уже бывший глава администрации Евгений Тевтелев не появился, хотя предположения о прощальном визите были. За 20 минут все вопросы с главами районов и начальниками управлений выяснила Наталья Котова. Однако о главной ситуации со снятием назначения мэра говорила довольно скупо. Завтра состоится внеочередное заседание Думы. Все заинтересованные лица будут присутствовать. Решения, я надеюсь, все будут приняты. И все интересующие вас вопросы вы сможете задать после внеочередного заседания Думы всем лицам, участвующим в этом мероприятии. Что же касается текущих вопросов, то на совещании обсудили проведение дискуссионных площадок. Речь идет о выборе объектов благоустройства в 2019 году по программе «Реальные дела». Жители каждого района нас услышали. Во-первых, пришли на эти дискуссионные площадки, высказали свои замечания. И нам, наверное, будет несколько проще работать, потому что работы по благоустройству будут выполняться с учетом пожеланий жителей района. То есть вот этот диалог, он, я думаю, положительно скажется на благоустройстве всех районов города Челябинска. Что же касается сезонных и плановых вопросов, то, как заверили в администрации, к зиме и снегопадам город, а вернее техника, готовы. Полную информацию о количестве грейдеров, тракторов и снегоуборочных машин на зиму 2019 представят в ближайшее время. Юлия Анфалова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.